Броня магии, так. Шанс поджечь. Скорость атаки. Командирский перстень. Опыт за убийство. Урон лед. Так. Самая бесполезная хрень, которая у меня есть. А, есть еще вторая. Урон ядом. Кому надо? Подарю. Так, будем брать опыт за убийство. Но урон лед. Хотя, ладно, тут и так. Опыт за убийство, в принципе, ты не нужен. Но вот зелье давай подкупим сразу всем. И зелья-то где-то мне, наверное, потом пригодятся тоже. Как думаешь? Зелье концентрации. Вот это вот меня интересует. Как оно работает? Так, мне надо туда. Не, а что, врагов хватает, мне нравится, в принципе. Так, не-не-не, надо уже БФГС усиливать, что-то как-то хреново все. Спасибо за помощь. А что он сделал-то хоть? Так, мне надо как-то сюда проникнуть, да? И как мне это, блин, сделать? Ай, хороший вопрос. Наверное, как-то надо в обход, что ли? Оу, да, это будет, наверное, долго. Ладно, пошли-ка заценим. Интересно, она не умеет летать, как показано в заставке третьей части? Было, блин, бы неплохо. Так, у нас здесь пещерка. Кажется, мне туда надо будет, да? Привет, дядь. Твое задание в хороших руках. Там еще одна пещерка. Тут сколько этих пещер-то, ядрить налево? Не, мне нравится, когда они дохнут с одного удара. Никогда приходится их расстреливать. Так, вихревой прыжок. Пока я это ничего трогать не буду, эти вихревые прыжки, фигшки. У нас одна пещера, есть вторая. Но это было жестко.
такое местечко интересное. Здрасте. Еще одна насечка на Эфесе. На что? И в мою силу. Да, и угадаю. Вы бродили по пещере, ты там друга потерял, да? Помоги ему. Знаете, люди хоть многие говорят, что вот задания похожие многие. Во всех РПГ. Зато даже с русским языком, не читая, я все прекрасно понимаю. И это мне нравится. То есть я знаю то, что там произошло, у меня что-то в пещере. Уже могу догадаться. Надо, чтобы его друга спасли. Или какие-нибудь травы собрать. Все, вот, простота. Это куда я вообще вышел? А. Я что, ошибся во всех направлениях? Тут просто на него напали бандиты. Ладно. Пусть Люмен будет с тобой, моя госпожа. Мужик, тут тебя ничего не смущает? У меня такой вопрос нескромный. В домиках-то будем рыться? Ладно, пошли покопаемся. Сюда что ли цепляется? Нет. Куда это вообще-то дал? Погоди-ка, латные тканые обмотки. Я их никуда не могу нацепить. Но не для высшего эльфа-то я это и вижу. Поинт тени. 16.7. Почему бы и нет? Кстати, надо было придумать здесь какой-нибудь такой, чтобы ремонт хотя бы был вещей. Это немного бы игру озадачивало. Не, ну конечно этот мечик. А, Мола, если я правильно помню, зовут, да? Блин, не, ну это прикольно. Что бы кто ничего не говорил. Так, в этой хибарке у нас чегось. Слушай, вот мне интересно, а это что за хрень? Забавно. Там еще одна пещера. Да вы издеваетесь.
чё вытворяешь? Куда я сейчас приду? Черт, с одной пещеры во вторую пещеру, в третью пещеру. Ой, черепашки-ниндзя атакуют. Кстати, я комбо довольно редко пользуюсь. Может, в комбо удар попробовать тут немного вложить интересных вещей, к примеру. Что мы можем в комбо удар вот это тут вложить? Вот это вот хрень. Да-да, еще какой-нибудь. Молот душ. Я даже не знаю, что это за фигня такая. Ну, сейчас проверим. В принципе, мне нравится. Устанавливается относительно быстро. Хорошая музыка, еще понять, что происходит. Да. Ой-ой. Ну, вот сейчас я получу тут по жопке своей, да? Я это без тебя уже понял. Веришь, нет? В капкан встал, я поздравляю. Так, ладно. Я просто боялся, что там не черепаха, а был медведь. Медведь-босс. Вот это было бы весело. Тут все обычные. Выпало. Ну, а тут дядь точно необычный. Правда, умер как-то подозрительно быстро. Кстати, а смотри, золото-то неплохо дают.
Да, инвентарь здесь маловат будет для моих запросов. Интересно, а мод на увеличение инвентаря здесь есть? Я хочу все вещи в игре пособирать и... Ой, промахнулся дядь, да? Жалко себя. А тебе на мою магию пофинту, да? Я это понял, только немного поздновато. Не совсем понял. Здесь кружок, там кружок. Так. Вот твой вишь налево. Ну ладно, еще поснимаю, придется серию делить. Хотя ладно, тут нет, без вариантов. Придется делить. Так, ну для начала дайте ко мне въехать. Какого черта? Я отсюда вот так вот зашел, да? Надо сейчас как-то мне выход искать. Че, серьезно что ли? Вот мне нравится, я сюда и бегаю, блин. Так. Чего? Как понять энергоресурс? Это должно быть очень особенный предмет. У меня что, все цвета, всех цветов сейчас будут лазерные мечи? Я не против. Это еще и бонус дает. Шанс найти ценную вещь. У меня здесь есть один бедный боец ближнего боя, который не знает, с чем побегать. Ну, в принципе, вещь ценная, да. Так. Шанс найти ценную вещь. Как тут понятие ценное? По цене, блин. По цене-то мне вряд ли это надо. Мне нужны какие-нибудь легендарные предметы, сеты, которые были в первой части. Вот это вот не пригодилось бы. Так, мне, наверное, вот туда вот бежать. Да, у меня там будет один чувак-мечник. Вот, наверное, и мы будем бегать с этими лазерными, блин, мечами. Ну, если, может, красный выберу. Погоди-ка. Вероятность удара до противника. Боевые параметры. А здесь у нас опыт. И шанс ценную вещь найти. Ага. Плюс 85% или сколько? Блин. Сказал бы я пару слов. Я от этой хрени отказаться не могу. А, погоди, он еще свет дает. О, вообще.
Все, мы теперь джедаем. Где я сейчас выйду? Сразу говорю, могу немного поплутать. Зашибись. Совершенно другую сторону надо. Сорян, нам не сюда. Я хоть одну ценную вещь нашел-то или нет? Хотя нахожу. Я нахожу неплохие вещи. Но ценные для меня представляют другие вещи. Так. Вот сейчас посмотрим, что с этого чудика интересно вывалится. Если он мне не грохнет. Так. Ну ты хоть убей, я вот не вижу ценных пока вещей таких. Ладно. А, в другую сторону. Или погоди, или мы в эту. А это что тогда за... А, это тупик, тут ее. Все, крыша поехала. Здравствуйте. Даже довольно забавно. Так. Еще одна насечка на Эфесе. Да ты что, издеваешься? Твоё задание в хороших руках. Я почему-то не сомневался, что мне опять в эту пещеру гребаную идти. Ну ладно. Пошли мечом хоть помахаем. Джедай недоделанный. Не, ну я, конечно, все понимаю, но... Нет, для Серафимы джедайский меч это, мягко сказать, глупость. Стоп.
А куда это я вообще сейчас попёрся? Да мне и так тут шмота падает, блин. Мама, не гори. Так, ну-ка. 8, 11. Сразу. Что тебе нужно, недомерок? Это хоть как-то сработало. Я не понимаю, работает это, не работает. Не, прикольно мечом махает, нечего сказать. Ну ты как раз там мне и нужен был. Блин. Так. Мне тоже начинает эти камушки мелкие надоедать. А вот книжечку я оставлю. Серафим. Понял. Здесь у нас что? Она у нас желтым выделяет. Нет, так коричневым, скорее всего, да? Все-таки надо узнать, что с этими вот хренями делать. Будем считать, что меня приняли в Орден Джедаев. Не, вещей, конечно, больше падает интересных. Кажется. Но если так уж разобраться, то на самом деле нет. Но амулет удаляем. Кольца всякие, вот это вот хренотень тоже.
Давай доспехи увеличим. И, собственно, надо нам поставить по-хорошему. Вот так вот доспехи. Здесь защита, к примеру, от яда, там от магии. И от огня получается, что ли? Например, здесь защиту от яда мы себе организуем, давай. Ну там от льда защита, да, точно. Вот так вот. Здесь у нас вот доспехи от льда. Здесь у нас будут лед, яд есть, магия. И огонь остался, да? Ну да, остался огонь. Огонь. Огонь, огонь, огонь. А вот огненных камней-то у меня почему нету? Вопрос такой нескромный, можно? И защита от физических повреждений почему-то нету. Но мне очень интересно, что у нас здесь такое. Что это за хрень такая с пометкой? Кому интересно, это тоже. Но это мы уже узнаем, народ, в следующей серии. Спасибо всем, кто смотрел. Я сейчас буду делить эту серию. Всем удачи, всем пока. Извиняюсь за то, что приходится делить, но иначе она будет заливаться у меня русский, блин, месяц.